Здравствуйте всем! Это я Дрина. И сегодня я сделаю матрешки из бумаги. Нам понадобится обычная бумага, разноцветная бумага, ножницы, цветочки, которые будут украшать ее, я сделаю из разноцветной бумаги. Пока еще рисуем. Точки красивые и так далее можете рисовать.
нарисовали. А теперь раскрашиваем. Личико я буду закрашивать кремовым цветом. Очень даже удобно. Хорошо красит. Платье я буду закрашивать красным и синим цветом. Вот что у меня получилось. Сейчас я из разноцветной бумаги буду делать цветочки, чтобы украшать такую матрешку. Вот у нас первая матрешка. Я ее разрезу пополам, потому что матрешка такая желтая мне. Вот. Вот у нас первая матрешка. Вторая матрешка также делаем, только немного меньше, вы знаете. Забыла сказать, что внутри должно быть отверстие, немного пространства, чтобы другая матрешка поместилась там. Вот я и закончила матрешку. Это самая большая. Это средняя. А это самая маленькая. Это младенец. Вот. Теперь мы собираем матрешку. Помещается. Во. Наша матрешка готова. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока!